Итак, короче, мы сейчас поправимся в ад. Создали портал. Сейчас, ну, на новой территории, на этой местности, который и домик новый уже построили. Какой дом уже построил? Как всего нас сделали? Так, вот он, доми... А я что такое? Тут какие-то заборы поставил. Я стул хотел сделать, торты сюда поставил. А, ну да. Ну вот, на втором этаже, в принципе, ничего особенного. Ну, сейчас погуляем чуть-чуть, потому что сейчас эти криперы все... В общем, вот. Так, давай, я спускаюсь. Я иду, взял хлеба, два торта там. А, торт, да, бери. А у меня стейки всякие эти. Курочку, ну что? Пшеницу я, наверное, оставлю, нафиг она тут нужна со мной. Сейчас, подожди. Вон, покажи урожай наш. А, да, вообще дикий урожай, так, ладно, пофиг. Не, вот сюда. Сейчас покажу, вот, так, где тут. Все там зараз. Слышь, уже этот... Просто он, сельское хозяйство прет, тростник тут. Да, вообще дико Миха тут наделал дом. Давай, а мы как выйдем, нормально оттуда? Стой. И что, надо стоять? Да, загрузка мира, новое достижение, самое пекло. Ой, вышел я. Фига тут. Что это вообще, блин? Там вон куча боссов-зомбиков, мы сейчас пойдем. Тут нельзя заблудиться, Михаил, лучше. Сейчас, подожди, я звук потише сделаю, то мало ли. Дай я попробую пособирать. Музыка, слушай, а как звук? О, а что это такое? Чувствительность, а, звуки, вот потише. Адский камень, а куда он? Че он там нужен? Где? Вообще рой все, что... Слушай, а какой тут только... О, у меня время переглючило, тут нет часов, типа. А киркой обычно ломается? Не знаю, я вот железо, он с первого удара ломается, адский камень. Первого? А здесь, по-моему, я помню, как-то светильники. Это говнокамни какие-то, наверное. Не, тут знаешь, что еще? Я помню... Вон, видишь, наверху, вон там какие-то светильники, это светящийся камень, по-моему. Слушай, нам надо какой-то желтый камень, мне сказали, смотри, чтобы попасть в рай, нужен желтый да, камень. Да, вон он, я тебе показываю. Где, а где, где? Это он? Песок, душ, не, вон он, смотри, пойди где? Сюда, вон, видишь, наверху, вон лава течет, смотри, и вон там камни светятся. Это они? Да, походу. Да ладно. Ой, к нам идет, тихо, отходи. Кто, кто, кто? Вон сверху, говнюк ходит. Кто это вообще? Не знаю, давай. Слушай, мечом, стрёмный, да? Какой-то, смотри, с мечом золотым. Давай мы его толпой сейчас отмолим. Махаем. Да у него броня вон какая. Давай, иди сюда, скажи. Надо по очереди, подальше отойти. О, все. А что дали? Я даже удар не успел сделать. А, кстати, что мне дали? Только сгруппировался, да? Ага. А, адский камень, по-моему, все время горит, если ты на него поставишь. Ну, огонь сделаешь на него. Давай-ка подожгу. Подожгешь, он, по-моему, будет гореть, гореть, гореть. У меня есть зажигалка. Ладно, давай, короче. А вот там что за камень такой, ну-ка, где? Полосатенький вон. Слушай, по песку хрен пойдешь. Слышь, пойди сюда за мной. Че? Ты где? Слушай, пошли наверх гоняем. За тобой какая-то хрень! Ё, смотри, что это? Ай, больно, она чем-то кидается. Че это такое? Слышь, надо валить. Ай. Вали нахрен. Я брата валю. Я сгорю, нет, я не сгорю. Я не могу бежать почему-то. Капец, валим отсюда нахрен. Я бегу, бегу, бегу. Сам глашу, портал не разрушил. Ё-моё. Так, у меня обсидиан, 33 адского камня, 2 песка душ. А к чему они ничего не делают? Так, чё у меня? У меня есть адский камень. Сейчас и... ещё раз пойдем. Там какие-то полосатики, как я видел. Чё такое, блоки. Фу, тебя какашки сыпятся. Слушай, я вообще... Сейчас попробуем, погоди, сейчас. Так, подожди. Дай-ка я торт испытаю. Давай, который... вот иди сюда. Вот я поставлю. Ставь торт на этот обсидиан прям. Обсидиановый столик у нас. Флекс. Так, ну-ка давай, ням. Ням. А почему ты меня не видим? Я тебя не вижу. Ты где? Как? Я рядом с тобой. Вообще пусто. Ладно, сейчас поспим, может. Как? Погоди. Как мы тут поспим, если сейчас... Я сейчас перезайду, короче. Еще торт ставь, мало. А что делает, если я сделаю? Ничего не крафтится с этого говна-то. С чего? Не знаю, еще какие-нибудь комбинации пожделаю. Со сколками ничего не перейдет. Блин, очково туда идти. А опять. Он исчез! Кто? А, не, все нормально. Ты его выкинул, высрал. Ты лагает, говно. Так, стоп, давай. О, ты появился у меня. Отлично. Сейчас я, знаешь, что попробую? Я его попробую поджечь. А хотя вдруг тут что загорится сейчас нахрен. Не надо, дом нахрен горит. Че, пойдем еще попробуем, не ссы. Да я очкую. Ну, сам под. Слушай, а че? Че мне терять? Смотри. Я потеряю алмазную. Блин, мне есть что терять вообще. Алмазная кирка. Блин, а я думаю, че я так быстро ломаю? Меня я алмазной киркой шпилил. А, не, а там в любом случае нормально. Но эй, подожди, ты что, без меня можешь? Тихо, надеюсь, все будет чисто. А у меня... Ай, она тут! Тут же она? Да, все, не, надо попозже. Ай! Ой, она кидается. Я не могу переместиться. Она портал сломала! Не может быть. Ладно, что делать? Как? Портала. Не может быть! Отвечаю! Уйди отсюда, нафиг, пошли подальше куда-нибудь. Побежали за мной. Я тебя не вижу. Как ты не видишь меня? Я наверх залезаю. Господи, у тебя зажигалка есть. Да.
подожги этот сраный портал. Точно его поджечь надо. Иду, иду, иду. Где зажигалка она? Блин, она где-то там. Блин, кирки алмазные, жалко. Я поджигаю, давай. О, там грибочек. Слушай, я знаю... А вот он открылся, давай бегом. Фу, ну, капец. Нафиг, подождать. Может еще один сделать? Давай еще один сделаем. Ты упал, что ли? Че, богатый, что ли, слишком? Да я сейчас сделаю обсидиана. Может, в другое место попадем. Кто знает его. Давай. Так, мне... Сейчас все будет. Или ведра. Так, а что там спаун у нас с грибами нормально? Сейчас глянуть. Слушай, что-то не растет, походу. Да не, вот. Может, я света много сделал? Чего ты мне не виден? Глючит из-за этого портала, мне кажется, что-то. Там, наверное, посева надо уже собирать. А, да. Да там их стоит нереально собрать там все. Слушай, да. Может, лучше пускай грибы... Пускай мобы эти рессуются, но грибы зато растут. А, они не будут рать, надо собрать их. Короче, я вниз пошел еще сделаю. Ты в ад, что ли? Нет, сейчас это сделаю. Быстро. Как там вообще жестко. Слушай, ну... Как я тебе еще хрен сбивать? Лук надо, луки, луки. Точно. Надо было сразу бежать на ту штуку. Ты увидел, говорил, белые камни там какие-то, желтые. Я какие-то там полосатенькие камни. Или мне ну, кажется. Полосатенькие. Короче, нужно... А, не, нужно, видимо, желтую вот эту... Вот как мы находим красную пыль, нужно только желтую пыль, я так понял. Ну, как ох, я сколько понял. Тиончика. Ну, возможно, и не так. Слушай, тростник попер вообще дико, надо его сейчас это... А я тут факелы делал. Отфигачить тростник. Слушай, ты посмотри, нормально. Все, давай, сколько там надо его? Надо рукой лучше. Тростника? Нет, слушай, его нереально вообще тут много. А-а-а. Ну, мне так кажется. Забей, давай ко мне, не помогай. Сейчас еще один портал сделаем. А, мне ты кажется... хочешь это, что ли, рушить? Портал? Зачем? Не рушить, новый построить. Может, ну, а зачем в другом новый-то? Месте выкинуть. Так, короче... Да что там по тварь летает? Я собрал 60... Слушай, а где их сажать? Посадить можно, тростники эти? Ну там же сажай все и все. Прям там же? Да куда его много, там сахара у нас много. Ну только вот, сахар-то, я и ради сахара. Да, еще сахар. Все ради сладенького. Сейчас узнал. Ой, блин. 10 минут первого надо спать. Так, кстати, надо уже. Ладно, еще полчасика можно. Сейчас пока быстренько. Господи, как много. Так, ну все, пойду я. Тебе помочь там? Да я тут постараюсь сам. Давай, я иду, короче. С киркой своей. А сколько там ушло? Осталось алмазов? 16 ровно ушло. 16? Осталось. Как 16 осталось? Ушло. Ушло алмазов 16? Не алмазов. Осталось. Я говорю, алмазов сколько осталось? И много. Много, да? Давай. Не знаю, штук 8 еще осталось. Ну, можно поискать, короче, в ту пещеру. Блин, алмаз, жалко, это самое, тяжело находится. Ага, ну, ты сжёг штук 10 их. Не помнишь, ты нашёл в лаве там. Ой, да харе штук 10, нашел там, и это изумруд, по-моему, был вообще. Кстати, изумруды что-нибудь можешь сделать? Или изумруд. Почитай. Там фигня, короче. Ничего, ой, слушай, она сейчас потечёт нахрен. Тихо, ты его не ломай там. А знаешь, не что надо сделать? Надо, короче, просто-напросто блоки поставить и все. Или просто-напросто, может, ну да. Просто вот так чпоньк на туре. Как... и все. И ломаем, короче. А заливается же царазин и все. Так, секунду. Ага. 9. Слушай, у меня. Не знаю, две штуки. Я с собой взял 38 еще этого железа. Слушай, а может в ад нужно именно в какое-то время суток? Кстати, у меня там у меня же часы, знаешь, я сделал часы себе. О, знаешь, да? Поделился. Ты не знаешь об этом? Ну да. Так вот, я сделал часы, и, короче, они в аду переглючили, просто крутятся вот так. Нормально. Что там надо, светящийся камень, да? Для какого-то там другого. Желтый какой-то хрень. Я так понимаю, нужно пыль какую-то вот эту сделать. Как красный редстоун. Йеллоустоун. Йеллоустоунский канал. Сейчас я прочитаю. Че я говорил? А, сколько здесь этих штучек? Световой камень, короче, во. Световой светящийся, камень. Светящийся камень. И все, и больше ничего не надо? Ну, с него выпадает пыль это. То есть, не знаю. Вот, например, как. А, ты ее ломаешь и снимаешь? Да, то есть помнишь, как редстоун? Да. Это же тоже пыль. Я не знаю. Ну так вот, еще, короче, знаешь, кремень, например. Так, мне надо похавать. Сейчас торт доем там.
Ну так а что мне там с едой? Слушай, надо стейков побольше, ну, хотя не знаю. А, там же еще яйца не нужны, наверное. Давай, фигач. Че фигач? Надо еды взять еще, я мало взял. 10 стейков хватит. У меня еще курица. И что-то еще. А, сейчас сахар отфигачу, подожди. Пшеницу, наверное, оставлю, жалко все-таки. Сахар сейчас. Я с ней сделаю потом. Ой, яиц-то сколько, надо пойти было собрать, я забыл. А, так, сахар. У нас еще торт. Все, я скидываю сахар и все, короче, сюда. Так, а, еще, подожди, да. Подожди. А, сейчас, сейчас. Что-то хотел. А по идее смотри. Торт я хотел. Да. Достал торт? Стой, смотри, берешь пластинку. И теперь ее смотри. Опа. Не. Да, да. Ты так под музычку режешь, и я ем в этот момент. В общем, давай. Пойдем. Че нам спать? Давай закроем лучше на всякий случай. Давай, короче, сейчас не. Посмотрим, сейчас туда еще раз переместимся. Посмотрим. Да. Если что, я новый построю. Мне кажется, да. Там разных точках будет респаунс. А, ты же новый создал, да, хочешь? Не, не создал. Давай сначала посмотрим. Пойдем. А, еще раз в этот же. Стой, блин, стой, дай я обсидиан выложу на всякий, а то сейчас сольюсь там. Да, да, да. Потел. А, у меня еще есть песок душ какой-то. Может, алмазную кирку, блин, выложить, я даже не знаю. Давай тут, давай выложим ее нафиг. Зачем она там нужна, согласись? Сейчас, тихо, ты не иди вообще за мной, я сейчас сам чекну. Я выложу ее. А, я на тут. Там все, да? Господи, она сломала! Ты ко мне сможешь мне... Да, я бегу. У меня зажигалка. Да, да. Слушай, а что было бы, если бы у нас не было зажигалки? Был бы наверное, мыл бы сдох. Ай, за мной до хрена этих бегут. Иди, давай, я поджег. Стой, тихо. Хочу посмотреть, что это такое. Ну, короче, я поджег. Блин, опять она. Короче, если это что за фигня? Я упал. Нет, я жив. Ай, больно, хп. Убили. Козока, блядь. Блин, а что, у тебя там много ценного? 35 уровень. Да, и там какая-то пылька выпала. Пойдем. Зажигалку бери. Сейчас заберу вещи. Так, ты тут стой, главное, прыгай аккуратней. Ты лучше иди сам нафиг. Кто? Зажигалку дай мне. А, размечтался. Я лучше дай. За тобой приду. Просрешь ее там. А я тут как тут. Не, ну у меня еще есть, я, в принципе, могу сделать. У меня много чего ценного. Ты знаешь, что у меня ценное? У меня курица ценная. Жирная курица. Я не могу с ней туда зайти. Это слишком рискованно, че? Я в какую сторону-то пошел вон? Да ты тут. Не, нафиг я не хочу. Господи! Одно сердечко! Че, опять вещи, что ли? Вещи нашел. Половинка вещей нашел. Убили. Свинозомби. Я тебя свинозомби грохнул. Да пипец, лупасть, у меня нет брони. Дубль 3. Слушай, давайте тут проломлю дверь. Они уже рядышком, ты че? Я их потихонечку-то переношу. Тут все в огне. Стоп, где? Куда? Че там происходит? Она мост мой сломала. Это тварь. Их тут четверо! Так, ну вон там пшеничка. Охренеть, лупасят. Да я... Кирка упала. Алмазы. Это смешно уже, как ты смотришь. Туда-сюда, что-то там говоришь. Пойдем присанем их, а? А? Да бимича, присану их сейчас. А, кстати, а, вот слушай, у меня сломанный. Один сраненький, не взяли? Сраненький, ни хрена себе, железный. Ты его не взял? Я его сейчас ушатаю там. Слушай, может тебе, слушай, возьми кожаные брони хотя бы там у нас в ящике. Опасно. Я сейчас их размещу тут. Идите сюда. У меня второй видишь, портал. Видишь, я тебе кинул блок? Я тебе отвечаю, говорю, у меня второй портал появился. Ага. Так, стоп. Где мои вещи? Тупой ты слизняк. Так, ну что мне я поделать? Я горю. Сейчас попробую найти. Смотри, вон в тот сундучок маленький я положил все вещи. Только ничего ты не бери. Ну ты богатенький. Ага. Курицу там. Просто с шифтом зажимаешь и все быстренько. Вот. И короче, давай я вот сюда. Ну, сейчас попробуем. Побегу с тобой. У меня зажигалка есть. А, подожди, надо что-то перекусить, наверное. Ну ладно. Не, пойдем. Сразу погнали. Попрыгал, сейчас меня ушатают, пока ты там дышал. Мне надо показать две вещи. Пойдем. Смотри, их тут дофигища. Вот ой, что за лаги? Че? Куда видишь, идти-то мне? Видишь слизняк, вот. Мне надо вниз попасть. Вот тут мои вещи с ними. Жопа, Михан, жопа. Фу, мне удалось, я назад вернулся. Знаешь, почему жопа? Да ты задолбал, слизняк. Слушай, короче, давай... Короче, новый сварганим. Да, я уже давно, я не знаю, что... Давай, 17 обсидианов, иди сюда. Посмотрим, может вообще толку? Давай, сейчас я все верну себе. Зачем? Не надо. Чего? Мы сейчас прыгнем туда, просто глянем, где мы тпшнемся. То есть я ты хочешь сказать, что мне не сюда. Надо все равно это ничего? Не, бери просто зажигалку. Сейчас просто переместимся, глянем.
Давайте сюда. Сейчас иду. Раз, два, три, четыре. Раз. Подожди, надо что-нибудь пожрать. Дай курочку. Раз. Раз. Сейчас. Раз. 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 Давай, поджигай. Подожди. Зажигалка тоже расходуется. Как может зажигалка с... Ну, о, ночь наступает. Может быть там самое жесткое начинается. Куда идти-то? Вот вниз. Вниз? Да. И куда вниз? Вот прям спускаешься вниз, тут будет портал у нас. Три обсидиана надо куда-то сложить. А если тут... вот так кину обсидиан, он не исчезнет? Все, давай, быстро. Поджог. Все, понеслась. Посмотрим, где мы появимся. Прикол, если там же. Самое главное, надо их убивать. Блин, там это же тот же портал. И что, сваливаем? Слушай, а что там второй какой-то портал появился? Он рядышком появился. А в него можно войти? Да, войти. Давай войди, попробуй, что там будет. Войди, ты дома появишься. В смысле дома? Тут летящая пристала. Ты тут отстань, ты от меня. Вон на Игоре агрессия. Слушай, ну чё, давай, куда мне? Да короче, лук делать и сшибать эту штуку. Так неинтересно совсем. Да. Вон, светящийся, сколько его! Короче, нам надо я... Слушай, сейчас ночь, давай поспим, посмотрим, может что изменится. В этот портал нужно прям вообще так подготовиться. Чё это такое? А. Ну что там? Да ну нафиг. Огонь. Где тут вода? Где я? Я внизу где-то. Светящий. 17 штук набрал их. Ты как там вообще выжил? 17 набрал, надо бежать, бежать. Драпать, драпать. Ты там еще что ли? Блин, Игорян, блоков нету, что делать? Каких блоков? Драпать, драпать. Я набрал этой штуки. Слушай, ты представляешь, я чуть там не сгорел. Я очнулся. Ты рядом со мной же был, да? Игорян, да. Ты где? В смысле, ты тут? Я светящийся пыль набрал. Ты в нашем мире? Штук. Да. Я 17 штук светящийся. А где ты? Я тебя не вижу. Ты где очнулся? Вот, поднялся наверху я. Вот я перед тобой стою, не видишь? Что? А, нет, заглючил, я тебя не вижу. 17 светящихся пыли нашел. Конечно. Бляк, ну нельзя лечь. Ну ладно. Давай, пыль, где это? Офигеть. Блин, а призрак тут открывается, хрень какая-то. Появился? Блин, ящики открываются, вообще угар. А не появился? Нет. Я вижу, ты что-то взял. Вот лег, стой. Ты не можешь лечь. Так как все, посмотрим. Подожди, ну-ка, ты где? Дай я тебя ударю. Все тихо, да. Ой, Горян, это много надо пыли. Я мало взял. Сколько ты взял? Я взял 17, надо больше. 4 это один блок. Вот я тебя ударил. Появился? Ой, я тебя вижу, да. Вот, смотри, 17 штук. Ну. Я так понял, вот смотри. Где это она? Да, это она точь-точь. Дальше мы тоже. Мы делаем, короче, я так понимаю, светящиеся блоки должны сделать. Ну. Светящиеся. Так. Угу. Сейчас. Крафт. Сколько их там надо, посчитай, посмотри. Ну столько же. Я сделал только 4 блока светящихся. Да ладно. А надо там сколько? 17, 7, 6, не сколько? Знаю, не знаю, сейчас глянем. Давай, я все выложил, все чисто. Я дефолтный, давай. Зажигалочка. Нет, зажигалки нет. Пойдем, пойдем. Пофиг, без зажигалки, нифига она. Мы сдохнем, возродимся. О, побежали. Посмотри, где там уберем. Да, бежать. Надо наверх забраться, как можно. А что тут все в каком-то обоссанном? Все горит что-то. Ой, я сейчас помру. Вон аж туда надо высоко пытаться. А как ты так быстро бежишь? Что это за какая-то рожа вот эта летающая? Не знаю. Ой-ой. Почему здоровье не восстанавливает? Все, хана, я сдох. Быстро ты, я еще живу. Ты вообще как-то... Вон еще нашел камни. Так, куда я не туда спрыгнул. Блин, что же нам делать с этим говном? Кучу нашел светящегося. Игорь, дофигища!
ты запомни место примерное. Капец, его тут снизу. Запомнил? Я шатал. А он долго ломается? Вообще быстро. Знаешь, сколько уже набрал? Слушай, я потерялся. Куда идти? Ёпарс, это я потерял. Ё-моё, я потерял. А, нет, его тут. Я лох, я чуть... Уже 36, говорят. Слушай, я нашел. Не, я не нашел. Уже стек собрал. Пыли, слышь? Ну? Стек пыли собрал. Да ладно. Да. Слушай, может, я и отвлеку, как... Хотя, как я... Твою, порталы сломаны! Я шатал. Слушай, давай я сдохну и с зажигалкой приду сюда. Давай. Все, я горю. Пока не агрится. Мне надо найти место обратно дорогу теперь. Давай, почему я так долго дохну? Когда надо, ой, блин. Тут хороший, надо забрать. Я медленно дох. Я хочу в лавочку прыгнуть. Давай, хрень, давай. А накажи меня, давай. Ну почему она? Ты все, появился? Ой, наконец-то, все. Зажигалку брать? Да, бери. Ты... Не, а, нет, ты сначала... Слушай, портал? Нафига мне зажигалка, если ты даже... Ты сначала... Два стека почти, горят. Ты хотя бы бери, доберись до портала этого. Да, я побежал. Блин, я бегать не могу, у меня три сердечка и нету. Ай, какую сторону ты убежал? Я как-то наверх пытался запрыгнуть, думал, там мосты были такие классные. Слушай, а, ну, слушай, знаешь, что тебе надо было сделать? О, хп чьё-то твоё. Тебе, наверное, надо было с собой взять обсидиант и зажигалку, чтобы ты создал портал. Да я не знал, что я убегу, а так бы обсидиан. Вот просто. Это да, но ты бы просрал. Вон, я вижу вариант портала. Идёшь? Да, к ним. Вот так они горят. Давай, быстрей. Ко мне быстрей! Да, пока чисто. Блин, он опять стреляться стал. Быстрее. Куда, к тебе? Да, быстрее, ну ё-моё. Куда? По ват, быстрее. Не понял. Ну ват ко мне быстрее. Так я в аду! А вон где портал ты пошёл, Саш. Кипец далеко, Игоря. Тут как это, короче, он ломается, ты перемещаешься, ты до меня добежишь, новый портал нет? Строится. А? А, ёпарсы ты! Слушай, может я к тебе лучше побегу? Мне главное огонь тушить. Ты заберешься? Да. Как? Забрался? Вали, вали отсюда, давай. Чё ты делаешь? Да! Да! Фу, я даже испугался. Давай, быстро в сундук клади. Фу, да, детка. Слышь, я крафчу, короче, с этим. Хренач, давай. Чё, рай, да? Ну, вот, блоки. Есть. Крутяк. Фу, блин, это угар. У меня еще 41 светящийся. Иди сюда ко мне. Вот верхний ящик. Вот пыли 41. И 20 светящихся. Попробуем рай сделать. Как это делается? Давай. Я так же делается. Точно так же все ставится. Точно, только вода нужна. Только вода. Вода нужна? Слушай, я не помню, сейчас гляну. Давай я сделаю. Стой. Сейчас гляну, подожди. Да, вода. Так, давай, наливай. Точнее, да, делай его. Ой, прям... стой, я еще грибы на похлебочку. Прям еще здесь просто. Делай давай его. Царский заход был. Ну, в раю, я думаю, там более безопасно, можно шматьё одеть, но на всякий случай пока не надо. Ты когда-нибудь был вообще в раю там? Нет, в смысле, да, я в игре, покончу в жизнь убийством, стой. Ни одно сердечко еще возродится, я прям в домике. Давай, вот у тебя есть вода с собой? С чем? О, залить. Так ты же сказал, вода рядом. Ну вот, я все взял. Вот у нас тут прудик. Ну давай, бери. Просто воду, да? Ливануть, и все пойдет. Ну да, типа того. Нет. Нет? Мы не так поняли. Центр. Слушай, не, сейчас прочитаю, подожди. Может, я не так построил? Слушай, а чё пыль это самое? Она должна появиться. Подожди, а как же так? 64 штуки, ты чё, уже все использовал, что ли? Ну, я, да, на эти. Да ладно! Ну, не все 64, успокойся там. Фу, тогда нормально, я же испугался. Пойдем наверх. Ух, я там вообще забажил, просто бежал этот. Капец, там. Вообще там попытка не пытка, и много раз сходил. Варфейс помог, мансовал там. В итоге вообще там. А я вообще стою в шоке там. Ну ладно, давай. Так. Опять я что не вижу? А, я тебя вижу. У меня есть еще две. Куда ты ее дел? Где пыль-то? А, вот, 42. Ну зашибись, что вон, блоки еще. Блоки возьми. Пойду сделаю. А, нафига мне 6. Там один блок, один блок. Мне кажется, надо еще и вот сюда ставить, не? Давай. Мне кажется, вот сюда надо еще, Игорь. Че? Ну, под эту рамку. Вот. Ну. Вот так. Нет? Все, да, я там сделал. У тебя есть еще один? Вверх замкнуть. Замкни вверх. Сейчас я схожу. Так. А дальше делаем такую же структуру, что и в одном месте. Там две нужно, да? Поджога заливаем водой. Рекомендую.
Эй, подожди, куда ты же мне сказал еще? Давай, во, все. У меня еще одна, подожди, я ее положу. Че, я залил водой еще. Ничего? Ничего. Ничего не произошло? Дай там видосики, я еще глянем, как водой заливать. Давай. Ты школьник. Как мы с тобой. Да, нет. Слушай, что-то не то. Может быть, какая-то особая вода? Адская вода, по-любому. Так. И, блин, как ее достать? Райская зажигалка сделаю, нужна? Я сделаю, да. Давай, сделай. Золото есть одна штука? Да, дофига. Ты шутишь? Нет. Там же вода сказано. Сейчас все будет. Поджечь нет. Воду, что ли? Интрига. Школьники вода, врать, ты выкинул нет, воду, тихо, зачем? Тихо. Школьники врать не будут. Да, они говорят всегда правду, но часто она неверная. Где кремень, где кремень, где нужен кремень? Кремень? Кремень был, я точно помню. Вот он, вот здесь. Отлично. Фигово. А кремень, кстати, легко. Можно, знаешь, гравий. Гравий, да, хопа. Его дофига обычно бывает. Блин, стоп, что-то школьник нагнал мне. Ну подай еще раз посмотрим видосик. Так, слиток, я так понял. Может, ты не слиток взял? Золото. Ну что там? Давай. Я также ставлю, но мне ничего нет. Дай-ка мне кинь, я попробую. Слышь, что-то жалко, нельзя зажигалку сделать. А да можно, посмотри, как там установить два эти модуля и все. Ну а что там в раю в этом, кстати, просто? Так ладно, давай я, наверное, включайся. Ну ладно, давай пока. Давай угу. Пока. Отлично, а мы тут поиграем. Да не, я шучу, конечно, мы тоже спать пойдем. А то что-то поздно времени. Все, всем пока.